Приветствую вас на своем канале. Кому не трудно, подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий, так как вы поможете продвинуть данный канал. Кстати, съемка ведется со смартфона Xiaomi 11 Lite 5G NE в формате 4К 30 кадров в секунду. Кому не трудно, оцените качество видео. Сегодня будем говорить, что из себя представляет данные смарт-часы HOKO U9. Данные смарт-часы имеют 11 видов циферблата, но вид циферблата вы можете настроить под себя через фирменное приложение, скачать тот вид, который вам нравится, и поставить заставку на свой вкус. Меню тут 5 стилей меню, можете под себя настроить. Больше всего мне нравится данных часа то, что есть встроенный динамик и микрофон. Вы можете, не доставая смартфон из кармана, разговаривать через данные часы. Звук из динамика слышен неплохо, а также собеседнику слышно нормально. Данные часы заряжаются через беспроводное зарядное устройство, магнитное зарядное устройство. Тут есть датчик измерения сердцебиения. Данных часа 20 спортивных режимов. Свайпом снизу вверх вы можете просматривать уведомления сообщений. Сверху вниз тут центр управления, можете настроить яркость и так далее. Есть свайпы слева направо, можете позвонить через данные часы, поставить будильник. Есть свои свайпы справа налево. Емкость аккумулятора данных смарт-часов, если я не ошибаюсь, много смотрел в интернете, искал. Но в большинстве случаев было написано 300 мАч. Единственное, столкнулся одним местом, где было написано 220 или 300. Но, скорее всего, тут 300, так как зарядка хватает нормально. И, на мой взгляд, при активном использовании должно хватить на 5-6 дней смело, если не больше. Но это смотря кто как использует. А также данные часы заряжаются примерно, если я не ошибаюсь, 3 часа, что ли, заряжаются. Я их давно не заряжал. По-моему, 3 часа было. А так, еще мне нравится данных часах то, что у них свой дизайн, не похожий на Apple Watch, не похожий. Вот так вот. Но за свою сумму, за свою цену, очень хорошие часы. Мне очень нравится. Экран тоже реагирует неплохо. Отлично, можно сказать. Вот так вот. До следующих встреч. Всего доброго. До свидания.